Я сейчас зашла, их нет дома. Вчера спросила вам. Я хочу сделать. Вы на этой неделе нужны прямо уже домой. У вас не получалось. А ее нет. Я не позвоню и так направо, вон туда к стенке. Ваше место там. Царю небесный споем. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняем сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание. Даруй, Господи, нам быть всегда верными Тебе. И в этом наступившем году, Господи, даруй, чтобы мы как можно больше ходили на благовестие, чтобы ноги наши были правда и истина, как сказал пророк Исаия, чтобы они блаженны были, стоя на горах. На горах Твое разумение священного Писания Твоего, Святой Библии. Помоги, многомилостивый Господи, чтобы еще больше братьев и сестер посещали занятия по Слову Божьему, чтобы еще больше братья вдохновлялись, трудились на поприще благовестия. Помоги нашим болящим, даруй исцеление. Тем, кто уже почили, Господи, даруй нам, чтобы их не забыть. И вспоминать то доброе, благословенное, когда они были солью для мира сего и светом для этих пропащих людей. Даруй, Господи, нам быть не пропащими в этом мире, который приготовил для нас только тернии, волчцы и суровые испытания. Ибо Царство Твое усилием берется, и только употребляющий усилия войдет туда. Слава Тебе, Творец, за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Из слова на Новый год из беседы святителя Иоанна Златоустова. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год, и не только от безумия, но и от дьявольского влияния происходит та мысль. То есть с Новым годом поздравляют, счастья желаем в Новом году, всех благ земных и прочих всего. Будто в делах вашей жизни надобно полагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени. То есть счастье наше, говорит он, зависит не от одного дня, это, в который поздравляем, от нашей благочестивой жизни во Христе по заповедям Господним. Вот от чего счастье зависит. А если нет этой жизни, то сколько бы ни желали, его не будет. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. Вот от чего будет счастливая жизнь. То есть от делания угодного Богу. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот и в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. Часто слышим по радио, там, по телевизору, придут: сегодня день неблагоприятный, звезды не так сложились, там прочее приводят, что вроде бы от звезд зависит благоприятность дня сегодняшнего. Да если ты его проведешь в радости духовной, в общении с Господом, со святыми его, с ангелами, то день будет счастливый, всякий день. Равно и в час счастливый день не займется этот человек теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня, и таким образом он в том и в другом случае будет терять свое спасение. Радость бывает не от пьянства, и не от но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причиняет шум, а слово прекращает смятение. Вино веселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, и которые были. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правило, любомудрие, презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власти, ни почести, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца или года, не в воскресные дни, но во всю жизнь провождать приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем апостола Павла, который говорит: «Посему станем праздновать не со старою закваскою, но с закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Послание к Коринфянам. Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то поступай так: по окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил тебя до этого предела годов. Сокруши своим сердцем, ищи все время твоей жизни и скажи сам себе: дни бегут и проходят, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили. А что мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь клонится к старости. Так любомудрствуй при начале новых месяцев. Это приводи на память и при годовых кругообращениях. Станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же, что сказал пророк об иудеях: «Исчезли дни их в суете, и лета их в смятении». 77-й псалом. Такой праздник, о каком я сказал, постоянный, не ожидающий круговременных годов, круговращение годов, не ограничивающийся известными днями, может равно праздновать и богатый, и бедный, потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег, но есть страх Божий. Сокровище лучшее всяких богатств, которое не повреждается, не изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую природу, помысли об ангелах, архангелах, высших силах, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни несообразно с христианскими любомудрием, но это дело языческого заблуждения. Ты приписан к высшему граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света переходящего во тьму, ни дня оканчиваешься ночью, но всегда день, всегда свет. Туда будем стремиться непрестанно. Ищите горнего, говорит апостол, где Христос сидит, одесную Бога. Аминь. 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 Так, в среду у нас праздник, Рождество Христово. Вот. Накануне в каждом храме совершается молитва, так называемые царские часы. Читаются все часы, сразу первый, третий, шестой, девятый, на которых читается апостол, Евангелие, читается на каждом часе. Я не знаю, как вы здесь будете, вы с утра. Утром, вечером не будете. Вечером вы тогда можете сходить где-то в храм какой, кто ближе. А утром на Рождество, в среду, тогда соберетесь здесь. Я приеду на воскресенье. В следующее воскресенье, я думаю, жив-здоров буду, то приеду. Следующее воскресенье. Можно? Так. Там вечером не будет. Что? Там ночные же службы у них. Где? Ну, по храмам. По храмам. Вечером-то все равно какие ночные? Вечером-то обыкновенная служба. Вечером там с литией служба совершается. Вечерний-то вечером, а ночью это уже будет литургия совершаться ночью. Часы литургии. Поэтому. Ко мне какие еще вопросы есть? Давайте, говорите. Живет Потеряевка, живем, что у нас? Живем у нас. Самое благоприятное время у нас зимой. Спокойно, конечно, никто не посторонний, никто не заезжает. Спокойно, тишина, пыли нету. А то летом пройдет машина, кто-то пронесется, там пыль по всем. А сейчас пыли нету, чистота кругом, все беленькое, мусору нету нигде, все чистенько, беленько. Каждый день, считай, Господь нам растворяет в воздухе. Вот. Опять только вроде опять снежок пройдет, все припорошит вновь. Так что хорошо. Звонил мне вчера один с Кубани, просится прямо вот сегодня приехать. Я пешком, говорит, даже приду. Я говорю, нельзя приезжать, там деньги. Я пешком приду. С Кубани надо. С Кубани пешком хотелось идти. Я говорю, нет, зимой не годится. У нас уже ходили, что замерзали. Да. Нельзя этого делать. Никак. Нет, звонит он мне, потом Игнатий Тихонович, вот приехать надо, да я... Нет. Я говорю, только весной. Сейчас приедешь, ничего не видать, все под снегом. Где ты? Вот жить ему надо, сюда жить. Весной приедешь, посмотришь, где место выберешь, если уже решишь тогда. Ну, вроде отговорились немножко, отбились. Ни в какую прямо. Молодой, наверное, еще. Да нет. У него дочери, старшие дочери, по-моему, 16 или 17 лет, потом 15 и там 10 лет, наверное. 3 дочери. Мужик. Жена. Мужик. Женой, да. Вот все, нет, тут надо прям хоть сегодня. Я говорю, войны нет. Так хоть и война, пусть у нас вроде бы, это у нас вроде хуже войны, там живут деньги, вроде хуже войны. Да что может быть хуже? Да, это нет. Но уже... Если себя где-то потерял, потеряешь, ну, вот найти сложно будет. Да. Еще одно такое интересное просто... Ничего не представляю, человек. Да. Звонит мне вчера друг мой, отец Иоанн. И говорит такое. Приходит ко мне, говорит, человек, так, лет по 60, мужчина, говорит, такое, ну, еще крепкий такой. И разговаривает, меня просит. Мне надо же, говорит, все книги открытым оком купить. Да, отец, он говорит, у меня нету, у меня есть один, но я не продаю, никому не даю, говорит, это для меня, для прихода здесь, и все. Нам мне надо, где адрес, что я мог, чтобы их, дай мне адрес, что я все книги эти, откуда вы узнали? Он где-то на базаре с каким-то юродивым там, он одно время жил у отца Иоанна, на приходе там помогал, потом ушел. И вот, и он-то знал, и он где-то с ним встретился, он говорит, ты знаешь? Я, говорит, знаю, говорит, есть такой человек, говорит, вот. И он книги, говорит, написал, ты если книгу прочитаешь, то у тебя, говорит, башню снесет там. Да. Ну и он сказал, как книги называются, открытым оком. Он, этот человек, пошел, куда вы думаете, пошел в епархию, в семинарскую библиотеку, приходит и просит, у вас есть книга открытым оком? Они говорят, есть. А мне дадим почитать? Дадим. У нас две книги, говорит, есть. 5-й, 6-й том. Взял он, я прочитал, говорит, все, я, говорит, всех знаю, отца Акима знаю, теперь Игнатия Тихоновича знаю, всех, говорит, их не там, ну, фотографии есть там, да, и все знаю, мне нужно все книги, но отец, он, говорит, я не могу сейчас, говорит, давай мы с тобой, я тебя не знаю, кто ты, познакомимся тогда, я тебе не могу так дать адрес моих друзей там и телефон, я, кто ты такой, а кем ты работал, работал вроде в милиции, так ты, говорит, может, засланный сюда казачок, разведай что? Тот, да нет, что вы, нет, я говорю, все уже в прошлом, я на пенсии, это все, мне, говорит, уже о другом думать надо, вроде, спасаться уже надо. Отлично. Ну и вот, ну, договорились они после Рождества, он там встретится. А как, я говорю, книги-то оказались в семинарии? Отец, он говорит, да я вспомню, я, говорит, тоже думал, как, откуда они там, а я свал. Я, говорит, когда первое получал, говорит, у меня оказались лишние, говорит, эти 2 тома. Я, говорит, их подарил владыке, архиерею. А архиерей, видать, посмотрел, может быть, и не читал, и он их библиотеку отдал, на тебе библиотеку. И они были в библиотеке, в семинарской библиотеке были. И вот этот человек-то там взял, ему дали эти книги, писал. И вот он, значит, и это. Вот такое, значит. Ну, это один такое событие, которое мы знаем, может быть, еще будет. Да. Так, еще ко мне хотел. Слушаю вас. Мне посоветовали такое, сказать вам, благодарение прихожане Рубцовского бывшего куста благочинного отца Якима. Благодарение за его молитвы, за благословение Валентина и Агриппина, и Мария. Вот они благодарят Всевышнего Господа, что привел отца Якима к ним. Ну, слава и, соответственно, отца Якима благодарят за то, что Господь... Такой, там это была небольшая община, было 9 человек. Я в течение почти 20 лет, ну не 20 лет, я уже года 3, наверное, 2, 3, наверное, не езжу, года 3, наверное, 4, может. Ну, в общем, 15 лет точно, я каждый год по 2-3 раза я их посещал. Которые уже умерли, умерла Марфа, мать этой Валентины, там еще умерли другие, Евдокия. Мария, там, помаленько умерли, но которые остались, а все они теперь ходят в храмы, там, кто ходит, а кто нет, значит, на дом приглашают священника, причащается, то есть они остались в таком состоянии. А молились, а первые года мы там на квартире, они все из выходцы из истинно православных христиан, так называемых, и некоторые из них, которые сроки отсидели, по 5, там, по 6-7 лет, сидели даже в заключении были, такие вот. Они потом познакомились, когда с Игнатием Тихоновичем, и после беседы они стали... От этого они не признавали вообще церковь, что церкви нет, уже истины на земле нету, только вот то, что есть, они там, девичьи, вот это самое истинное, больше нет. Ну а после этого они, значит, приняли, и как мы зарубежные были, они вначале меня как бы приняли, вот. Из них, Марфа, по-моему, и так паспорта и не было. Они паспорта не брали. Нигде не работали на работе в советских предприятиях. То есть понятие такое было, что на антихриста работать не надо. А власть советская вроде от антихриста поэтому на нее работать не надо. И они не шли на рабы, их судили как... А в то время уже была статья за тунеядца, ты нигде не работаешь, значит, статья за тунеядца, тебя посадили, там, сколько лет дали, отсидели, вышли, они опять не идут, опять то же самое получается. Вот так вот, но люди были так убеждены, что не надо, значит. Но, может быть, кто, мы сегодня так говорим, а посмотрите, та власть безбожная, почему пала? Кто-то молился об этом, кто вот такое противодействие оказывал, там Солженицын открыла постепенно, говорится, со всех сторон помаленьку, и нет ее. Вот так вот. Слава Богу, что нет. Там осталось сейчас трое человек, двое приходящих. Но вот Валентина Дмитриевна, она причастилась 2 числа дома и просила всей крестовоздвиженской общине передать низкий-низкий поклон. Спасибо, Господи. Сегодня свечи я вставил, это она делает своими руками, она на руках как-то они там сход, это вот эта свеча, она передает иногда. Вот, и сегодня я поставил, вперед и были у меня хорошие, те кончились, а которые раньше делали, они не годятся. Вчера поставили, они быстро за полчаса и все плывут. То ли воск плохой, или там фитилек неправильно, а сегодняшние свечи, которые от Валентины, это из Рубцовска, они горят, и еще на службу остается. Половина сгорели, еще на службу хватит. Из чистого воска она делает руками. Да. Как вот на пельмени готовят, и она катает, закатывает этот фитилек, закатывает, руками все делает. Вот так. Еще вопросы какие ко мне? Так. Я звонила в Клочке, разговаривала с Зинаидой. Кто был на Благовестии, может быть, помните эту женщину, которая прямо врывалась тогда в зал. И помните ее? Респектабельная, как ее назвали тогда. Так вот, я с ней разговаривала и рассказала ей о том, как мы ездили на Благовестие в Романово. И рассказала так, как все было интересно, как нас там встречали. И когда я сказала, как нас там встречали, как она плакала и просила передать всем, что она просит прощения за свои те прошлые дела. Простит ее Бог и благословит, утвердит ее в вере и истине. Ну, занимайтесь, раз не больше вопросов, говорите, какие здесь что. Нет, я в календаре не стал заказывать. Вы каждый календарь, я вчера был, я купил 2 календаря, был в этом Димитровске. Календари небольшие, такие маленькие, полностью они все 50 рублей стоят. Сходите в любом храме, купите. Простой, там на первой обложке там Серафим Саровский, Леон Краснацкий, там, ну, такой небольшой, вот такого вот размера они, календари. На весь год. Купите там в любом храме. Я не стал заказывать, потому что делают они плохие что-то, и там еще пока перешлют, да цена та же самая. Да мы привыкли просто уже. Ну да. Но так что если будут, то... Вопрос? За 2009 год совпадали. Так, внимание ко всем. Тихо. Научитесь быстро замолчать. Все ли знают, что Виктор Андреевич заболел, и его нет? Нет, не знаю. Ну, вы поняли. Значит, молиться о нем. Он только позавчера ко мне, уже после работы, уже ночью, и опять приехал, у меня с глазом неладно. И столько опять понанес, все как закапать. Я говорю, такую даль, темноту, и для меня ничего нету. Вот в больницу, Потеряевске, это все он везде провожал, и только нужны документы, там страховка, чтобы было, и где-то. Он очень и очень нужен. Вымолите его у Бога. Всем помолиться. И второе. В прошлый раз у нас тут на собрании не все были. Я еще напомню им, что у меня есть особая редкая должность. Попечитель. Как написано в уставе, за особые заслуги. Попечитель, то есть о всех бедных, нуждающихся, обездоленных, больных, должен я заботиться. И вот как-то я принял такое для себя постановление, или как сказать, пожелание. Рождаются дети, которые я всем дарю Новый Завет, трехтомник, и к истинному православию. И в прошлый раз не было. Я Агафью, покажите мне поближе. Подойдите сюда. Поближе еще. Вот это Агафья, еще поближе. Я даю вот это подарок ей, вы завернете, у нас есть там как-то. Ей каждый год будете показывать, подпишите, чтобы никто не трогал. И в день совершеннолетия ей откроете. Меня, может, уже и не будет. Я, говорит, со того света помогу ей. Вот кто-нибудь возьмите и так передайте. Это лично Агафья, чтобы никто на это не посягал. Ей покажи, даже она не знает. Пусть она книгу поцелует Новый Завет. И второе, это у меня в прошлом не было Аполлинария в воскресенье. Вот она идет. У нее неблагополучная обстановка дома. Отец неверующий. Значит, Лена, подойди ближе. Ты будешь отвечать за это. Потому что у тебя настолько бывает дома нехристианская обстановка, что я боюсь за эти книги. Ей каждый год показывай, пусть она рассматривает картинки. День этот, день рождения. Кончится, Агафья скажет, на день рождения я даю. Каждый год. И опять завязывайте на год, не открывайте. Чтобы они завязаны были, упакованы, написано. Это Аполлинарии принадлежит. Держи во славу Божию. Спаси Христос. Ровно это... через неделю день рождения у нас. Ну вот как раз ей будет. Да. И как совершеннолетие исполнится, ну просто сохраните это, я вас очень прошу. И ей подарите. И скажешь, что тебе Господь подарил это, слово свое живое. Вот как. Ну и попутно сказать, я даю к истинному православию, я 40 лет собирал материал. И вчера у нас снова 5-я встреча была с баптистом из США, Шаповалом Юрием. Я эти годы, ну 53 года все-таки, как я с баптистами встретился, но сегодня они такие не похожие на тех, какие были. Молодежь настолько вольная, как они одеваются, как разговаривают, Словом Божьим не интересуются. Ну совсем другое. Я просил Господи, дай мне такого баптиста, чтобы можно было поговорить, вспомнить мою духовную юность. И вдруг нашелся такой, теперь я вижу именно он. Ну, мы 60, кажется, 4 года, где-то так примерно, в США. Он сразу же книги мои запросил, 7 книг, это симфонии обе, к истину православию. И для Слова Божьего нет, он получил, и через неделю, уже сейчас, говорит, почти все я досчитал по порядку. Я говорю, может, ты так листал постранично, и говорит, и память хорошая. Вот 5-я будет вот поставлена, закачана, теперь как Сергей откроет, когда они под замком, я их закачиваю, они под замком, а он решает когда, потому что он здесь, ну, главный теперь на Ютубе. Сергей парализованный, Козлов. И вот он говорит, я, говорит, сейчас читаю к истинному православию, я не пойму, или я православный, или вы баптист. Вот эти слова, я думаю, за столетие не услышать. Почему? Это Бог так сделал. И вчера один еще заходит, я был баптист, теперь я вот православный, но побыл с православными, и я только дальше отдалился. Они не живут. И он вышел на нас, этот человек. Ну, я кое-что расспросил из дальней тоже стороны. Я давно уже вас слушаю. Но я кое-что спросил, он сказал. А сегодня утром встаю, от него сообщение. Простите меня, наставник. Я то-то делал, я не сказал вам. Вот то-то там что-то было. Он на исповеди, наверное, так не кается, как человек говорит об этом. Это благодать Божия. Это Дух Божий. На меня, когда где-то нападают в Ютубе, то со всех сторон люди, которые не православные, которые для нас это не проблема, я не люблю это слово, но ими, их лексиконом, перекреститься, иконы, уже не идол, они все. И какие они слова говорят. Они заходят, под каждым роликом у меня много материалов, ну, в письменном виде. Допустим, если о деревне, я там все, что в книге написано, я туда вставляю. И люди заходят и читают. Помолитесь, чтобы приходящие люди обрели то, что они имеют. Они там не находят, и приходя в православие, еще делается дальше. И причина только одна. Лесть, обман. Живут совсем не так. Вчера мы смотрели с батюшкой директор, это Софрина, где товары все эти церковные, и они там выпускают. И директор говорит, и там патриарх ходит, говорит, у него оборот, кажется, 4 миллиарда. И помогает, ну, мне сказали, говорят, он еврей, он сидит, представительный такой мужчина в галстуке, и помогает Потанин, все другие евреи. Они очень умный народ, они знают. И вот как свечи. Везде инфляция, везде застой, у него нет бабушки. Он открыто говорит, бабушки все равно за упокой, за здравие купят свечку-то. На чем? И патриарш сказал покупать только в Софрино, они где-то покупают. У этих людей веры нету. Если они сами свечи льют, то этой веры уже нету. Почему? А я говорю, ты... вылила свечи-то, а показывать свечи там, как они летят километровыми там этими, вот такие бобины, вот такой высоты примерно наматывают, и дальше как режут и отдают. Да, действительно, у него было полгектара, сейчас 25 гектаров. Какие у него там, колхоз поднял, 3000, совхоз, 3000 человек только работает. Это деловой прекрасный человек, но какое отношение к церкви это имеет? Я сам посмотрел, потом с батюшкой. Помолитесь о Софрино. Что они там только не выпускают, что угодно, но ни одного слова о Христе нету. И патриарх проходит и удивляется, как эти кресты какие, ну все интересно, все красиво, видно, что это мастера художественные, так и называется она художественная. Но и Слово Божие, Христос как будто сроду туда никогда не приходили. Я первый раз видел вот такую обмерщенность, я не хотел даже сказать, но так как Евангелие даю, к этому добавил немного. Чтобы вы знали, о чем молиться, о Викторе Андреевиче и о Софрине. Богу слава. Аминь. Может быть, меня? Сегодня свободно. Да? Кафедра свободна? Да. Я хотел сказать, что вот тут мы на медне ходили на Новый год. Игнатий Тихонович тут был благовествовать на елке. Решили пройтись, посмотреть, как будет. Ну, надо сказать, вообще, самое удивительное, что пьяных-то нету. Люди ходят с детьми там. А единственный пьяный встретился, кто и тот оказался верующий. Так что, ну насколько он верующий, раз пьяный, ну понятно, но однако, и причем знакомый еще. Ну, не будем тут имена называть, это там разберутся. Я к тому, что больше всего на елке было мусульман. Мусульмане, Новый год, как они там празднуют у себя, я не могу точно сказать. Но здесь были они, здесь стояли, радовались. Конечно, все трезвые, кучками. Братское общение такое, они там здороваются друг с другом. Разные кланы. Есть кавказский, есть там узбекский. Ну, этот среднеазиатский. Кавказцы не захотели беседовать, хотя сразу напали и Евангелие расхватали. Потом обратно, правда, отдали, когда разобрались. Но тут увидели, что-то дают. Раз-раз схватили, а потом я начал с ними беседовать. Они не беседуют. То есть вообще они не понимают, как беседовать. Они, я спрашиваю их, а Коран-то вы читаете? Они, это же Коран. То есть они со мной разговаривают так, как... Ну, как будто я где-то у преподавателя стою, я сразу понял, да, с этими ребятами просто так не поговоришь уже. Я говорю, а вот мы православные, а мы мусульмане. И все, раз, разошлись. А вот узбеки, те попроще. Я спросил, а вы Коран читаете? Коран, ну, мы же это, мусульмане, Коран-то у нас есть. То есть он отвечает чисто как православные. Я говорю, ну, говорю, вы молодцы, говорю, правильно отвечаете, говорю, такие, говорю, узбеки есть. Я говорю, ясно. А вот скажите, там в Коране написано, что все должны стать мусульманами. То есть это, мусульманин правоверный. Как у нас бы сказали, православный. Перевод-то такой интересный. И они говорят, да, конечно, все должны стать. Я говорю, ну вот мы православные, говорю, как вы нас к вере-то приведете? Видите, мы ходим тут, вот вам Евангелие даем, тут беседы вот проводим с вами. Видите, тут у нас интернет, чтобы вы заходили, общались, чтобы мы... А у вас как это все? А как он? У нас как? Я говорю, ну там написано, что вот Мухаммед говорит, что ну если не приводится человек к вере, не становится мусульманином, значит ему голову отрезать и все. А ну да, так и надо, да, так и написано, говорит. Я говорю, странно, говорю, все-таки значит вы знаете это. Ну конечно, мы же, говорит, это слушаем, мулла там говорит же. Но я говорю, ну а как же вот мы вместе живем? Не, но русские-то это другие совсем, это нормальные, мол, с вами можно жить, рассказывают нам. То есть уже присоседились все друг к дружке, там как бы немножко убрали своего, здесь подправили мы и живем мирно, существуем. А кавказцы не, они те, они тут не за этим, ну там совсем по-другому. Эти, если видно, веселятся, стоят что-то там, а кавказцы все подтянутые, зорко смотрят, ну... На месте правоохранительных органов я бы не нас подбирал, которые Евангелие раздают, а зорко последил за этими. Причем все молодые. Такого очень... Ну, в общем, если посмотреть, у нас нигде так не собираются юноши. Но если там они стоят, пьют, то пьют. Семинаристы, если там где-то вот они вот там были, они кучкой пробежали просто в свою семинарию. Ну, где... ну вот мы были недавно на вокзале, я там встречал родителей. Какое-то подразделение воинское, молодежь, много, руководят всего им 3 человека, они уже в форме, все с автоматами, это, мне интересно, понравилось, как у них вещмешки, такие же, как у нас были вещмешки, это, вещмешки такие же, и в вещмешке там такой ремешок, и вот эти бутылки пластиковые из-под воды, и вот у них вода налита, а бутылка вот с таким вот так вот выемкой. И как раз под ремешок. Раз застегивается. И все вот как один стоят. Я думаю, ну, Думаю, как у мусульман на это. Я мусульман увидал и сразу вспомнил войска. У них точно как в армии. Как это рассказывают, епископ Антоний поменялся в Красноярске. Мама приехала и говорит, когда там новый епископ Сергий там у них приехал, или Сергий, или сейчас забыл, как его зовут. И его спрашивают, вопрос задают. Владыка, как же так? Вот у нас Антоний был тут уже больше 10 лет. И вдруг раз вот и вы. Как же вот это? Мы к нему привыкли, он такой хороший, там все. А он, а мы епископы, как войны, как солдаты. Куда нас позвает патриарх, туда мы идем. Ну вот православие это не совсем так-то. Хотя наши воинские чины взяли, конечно, все взаимствовали, скорее всего, из нашей религиозной практики, из церкви. Но это не совсем так. Но есть такое какое-то, ну как бы, ну, видимость такая есть. Написано, что не будьте князьями, а братьями будьте между собой. А у нас, если владычествуют, то до конца уже. Давят так, что, как говорится, закручивают все гайки. Вот кто фильм «Раскол» не смотрел, не поймет, может, до конца. А вот кто смотрел фильм «Раскол», сейчас как раз я смотрю фильм «Раскол», там это все видно, как закручивают гайки. Начиная с царя и пошел через патриарха, бояре, и на народ давят, давят, пока народ в лепешку уже. Народу только одно, в революцию. И эти смуты, они были, есть и будут до сих пор. И никогда их силой не остановить. Но на этом никто не учится. А все земли и домы свои называют своими именами. И те, кто последует за ними, одобряют мнение их, написано в псалме. То есть, как будто бессмысленные. А тут же 52-й псалом идет и говорит, безумец, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Почему все это? Потому что неверующие люди нас окружают вокруг. Ну вот батюшка молится за правителя, у меня все время смущение охватывает. И как-то он так интересно молится. Ладно бы, вот как мы молимся, за обращение. А то за правительство потом дальше идет, за православных христиан и спасение их. Кого их, где их, кто на ком стоял, как Преображенский. То есть за спасение вот правители, которые стоят в галстуках, молятся. Но им за обращение надо. Ясно, что они там... Ни к одной даже нашей сестре, брату не подходят, хоть они там еще в оглашенных или где. Они и Библию-то, наверное, не читали, как вот батюшка рассказывает. 5-6 тома открытым оком отстояли в семинарии, никто не брал. И ничего, там у них бомба заложена. Фитиль уже подожжен и горит, горит, горит. До мозга просто еще не добрался никому. А они спокойно ходят мимо, никто ничего не знает. Вот такие есть полороты. И бомбу пройдут, и все подряд. Он везде взрывает, поэтому все. Разве можно так с мусульманами вести себя? Их столько много, все заполонено. А потом вот Игнатий Тихонович подходит, говорит, ну что, все, говорит, пора, говорит, уже. Что-то мы, говорит, все с одними и теми же сталкиваемся. Я говорю, и при чем мусульманами? И Володя говорит, куда, говорит, не кинь, говорит, везде мусульмане, некого, говорит, снять. Мусульмане одни. Вот если кто в интернете будет, посмотрите. До удивления. И вдруг маленькая такая искорка, как бы это, ну, света. Кто вы думаете? Китайцы. Вот как горох, вот такие вот махонькие все. 19-20 лет, девчонки. И меня боятся. Я большой, вот как собачка моя маленькая меня боится до сих пор. Я ее кормлю с рук, все, она все равно боится. Только вот так вот тю-тю-тю, она как убежит от меня и аж скулит. Ну, говорят, большой, говорит, чересчур. Она как медведя или что думает, нападает на него. И так же они тоже. Я к ним подхожу, Евангелие там, улыбаюсь, вроде, а им, наверное, кажется, что это злобный какой-то оскал вампира. Разбегаются все. Ну, нашлись они там кучкой, стоят, друг друга подпирают, и двух вперед меня. А я хочу им подарить. Вижу, я говорю, ну, кто... понимают, что они понимают меня. Я поэтому хочу им дать визитки, они убегают. Я один раз, второй, на третий раз уже подпирают друг друга. Ну там их человек, наверное, ну 20 там стоит, не меньше. И все, вот одна осмелела, ну все, такая взяла. Что это такое? Начинаю объяснять. Евангелие, говорю, они не понимают. Потом Христос, вот так, потом шапку снял, перекрестился, поклонился, вот так вот. Они отскакивают, ха-ха-ха, так смеются. Не понимают, что я там им пытаюсь изобразить. И потом вдруг до одной доходит, она говорит, Библия! Я говорю, Библия? Они все как ко мне подскочили сразу. Библия, Библия, и так радуются, как дикари какие-то, которым показали бусы. Я думаю, вот это да. Я говорю, вы верите? Да, 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 мы верим. Я, китайцы маленькие верят уже где. А потом, это, ну, я недавно слышал, что там очень много сейчас христиан, протестанты поработали. Я говорю, так вот, это вот тебе даю, и она, нет, отстраняется. Я говорю, это тебе, тебе. Я говорю, денег не надо. А как только услышала, денег-то не надо. И тут и поняла, говорит, подарок? Они, видать, некоторые слова вот так знают. Подарок, говорю. И тут они как набежали все, короче, все Евангелия, какие у меня были, я все раздал. Они все разобрали. То есть, ну это, вот что значит это язычество. Я так сразу вспомнил апостолов. Апостолы шли вот к таким вот точно людям. Они были язычники, они веровали в то, что в идолов там, вот как вот китайцы веруют сейчас вот в своих предков, в духе предков, там какие-то деревья бывают удушевленные. Императором, божеством наградили, а знают, что он человек. И за него воюют, прям бегут, прям под пули американские, ложились до тех пор, пока уже просто не вычеркнули его из синдона этого. У них там список идет божеств. Допустим, на этот вот 12-летний цикл, вот божество будет, Фудзияма там гора, на этот 12-летний, вот это Сакура будет божеством. Не знают люди, куда приложить божество, и тут вдруг вечная жизнь перед ними открывается. А одна такая серьезная стоит, и уже меня не боятся. Они меня спрашивают, не Дед Мороз? Ты не Дед Мороз? Я говорю, нет, Деда Мороза нету. Я говорю, Бог, Бог, говорю, Иисус Христос есть, который пришел, чтобы вам вечную жизнь дать. Они вечно, ага, ну, кивают. Я говорю, а вы кто? Они на переводчиков учатся, поэтому кое-что понимают, оказывается. А эта девчонка, видать, лучше всех из них понимает. Когда я говорю, а ты что, меня боишься? Она, нет. Я говорю, она говорит, я не верю. То есть она вот так вот. Я говорю, о, так ты вот в чем дело, не веришь. Я говорю, а во что веришь? Не верю в это. Я говорю, а вечная жизнь? Она смеется. Нет, нет, этого нету. То есть и у китайцев тоже есть те, которые не приемлют вечную жизнь, уже атеисты стали. Но большинство из них, они не просто верят в вечную жизнь, это их, как говорится, судьба. У японцев, у китайцев, они знают, они родились, и они уйдут там, растворятся вместе с этими духами. И они там будут вечно счастливы, там, ну в другой только трансформации, они не понимают. Но когда им вот на место все мозги начинают ставить, они очень быстро воспринимают. Вон, пожалуйста, целая китайская деревня была православная. Там батюшка-то был, и мы сейчас этих мучеников, 222 китайских мученика, мы их прославляем. Они же не отреклись от веры, когда пришли хунвинбины, чтобы их, ну, чтобы от веры отвратить. Нет, они остались тверды, всех расстреляли, там у них иконы были, все. Так что... С китайцами можно работать. Увидите китайцев, не бегите от них. У них очень интересная способность к языкам. У русских совершенно способности нет. У нас вот эта вот великодержавность наша, этот шовинизм, это наш национализм. Первые нацисты это русские. Они нас доконали. Мы вообще к языкам не приспособлены. У нас узбеки работают, вот у меня в бригаде. Третий год работает, он со мной, Надир узбек уже молодой, приехал, не знал ничего. Ну, там разговаривали где-то, там слышал, конечно, русский язык. Приехал, уже сейчас мы сидим, разговариваем. На третий год, он третий сезон подряд приезжает, по полгода они здесь. И мы уже с ним разговариваем, он уже может о семье своей сказать, все. Я говорю, слушай, мне перед тобой так стыдно, я говорю, я даже ни одного слова не знаю. Ну, скажи, как там по-узбекски стол, вот я заучу. Он мне говорит, я начинаю повторять, он, не, вот еще, я еще начинаю повторять. Так сложно все, не могу понять. А тебе как по-нашему вот стол? Он говорит, нормально, стол. У них вот это много очень вот этих таких вот букв, которые у нас идут очень редко. У них постоянно они встречаются. Там язык, да, как бы неправильно. Ну, в общем, вот такие вот мы. Мы с вами ленивые, неправильные все. И на нас столько грехов, и столько на нас ответственности Господь передал. И все это идет еще... Сейчас смотришь фильм «Раскол», и Никон говорит... Быть в Москве Третьему Риму. Идет такой, быть. И этот царь Алексий, он еще молодой, и такой на него. Послал же мне тебе Бог, а я все искал соратников. Вот это да, вот это сила и мощь. И ничего не получилось, то один пшик. Начали вроде так мощно. И царь-то сам как бы благочестие это в людишках в наших мелких-то вот российских, чтобы это были настоящие-то вот верующие. Уже понимал царь это, тогда все понимали это, что нету людей. И уже 100-главый собор прошел, там эти 100 глав приняли, 100 статей, канонов, законов, что ну, там против всего и пьянство, священство, и невежество, и... Ну, эти скоморошьи игры, ну обо всем там, и как креститься там, двумя перстами крестятся в пол. Ну все хорошо, казалось бы, а жизни нету истинной. Причем, говорит, на Москве больше всего, говорит, там позорище этого. И показывают Аввакума, такой худой, высокий. Как где они так актеров еще подобрали? И все с бородами. И там воевода приезжает новый, на ладье, все. И Аввакум подходит, воевода, благослови. Отче, тот раз благословил. Они так интересно благословляются. Долго так это происходит, целый обряд. Он, Христос посреди нас. Ты должен ответить, и есть, и будет. И он дает тебе поцеловать руку, а ты ему целуешь плечо вот сюда вправо. И потом земной поклон. Ну, можно поясной земной поклон. И потом начинается беседа только. Так все это, такие обычаи. Видно, никакого понебратства, ничего. Ну, отче честный, благослови и отрока моего. А отрок стоит вот такой, как Андрей, ну, помоложе, может быть. Он говорит, скобленный образ не могу, скобленную образину не могу благословить крестным знаменем. Показывает, он бритый стоит. Воеводу, что? Ах ты несносный попища, ну-ка наладью его. Ах, битвы-то какие были. И исправ приезжает, он убежал вместе с матушкой, со своей женой, убежал в монастырь. И вот он сидит у настоятеля. Настоятель говорит, ну что, как тебе там служится? А он сидит, то ли служится, то ли воюется, уж понять не могу. Постоянно приходится биться. Вот один я остался, как перст, с правдой-то, истиной. А тот сидит, настоятель, назидательно так. А она правда такова. С ней хорошо-то на этом свете не заживешь. Думаю, ну как все про нас прям. Были же правильный ход у них был. Они же старобрядцы, я имею в тот момент. Ну остались бы таковыми же здесь. Нет, уперлись в никонианство, теперь эти плохие. Гнали новообрядцы старобрядцев, теперь старообрядцы такую злобу приняли. Новообрядцев не принимают. Ну как так вот? Тут с баптистами чуть ли договор не заключают уже. Аж слезы текут. Со старообрядцами никогда, нигде ничего. Только нужно полностью оступиться, вот как отец Константин Красноярский. Он полностью себя отдал этим старообрядцам. И по старообрядческие службы, и все, уже двуперстие там вводит насильно. Мама уже приехала, говорит, я когда там был, я с ним еще говорил, говорю, ну, двуперстие, троеперстие, говорю, одинаково. Ну ладно, ладно, а там мама только осталась, он сразу ей, так, двуперстие, давай. Я говорю, ай-яй-яй, это нехорошо есть. Если ты уж пастырь добрый, то пастырь-то ты должен... Не просто все объяснять, а самому все здесь сердцем принять, душою. Ну вот так вот интересно сходили. В 12 часов стрельнули, посмотрели мы. Ничего там дальше не было. Пустота одна. Мы помолились сегодня. Достойно. Достойно всякого истину, положите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца, священников, которые не служат Тебе как должно. Пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя. И Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что скрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия: «Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Троица Святая, слава Тебе». Аминь. Спасибо.